Добрый день, уважаемые огородники-садоводы! Рада вас приветствовать на своем канале Светлана обо всем. Сейчас уже начало июля, это как раз то время, когда огурцы начинают активно расти и плодоносить. В это время, как всегда, очень сухо и жарко, а температура воздуха где-то до 35 градусов. Как раз это и есть самая благоприятная погода для развития паутинного клеща. Жарко и сухо. И в этом видео я хочу с вами поделиться очень интересным рецептом борьбы с паутинным клещом. Этот рецепт мне написала моя подписчица Ирина. Большое ей спасибо. Это проверенное копеечное 100% средство. Это уникальное эффективное средство, которое продается в любом продуктовом магазине. Это обыкновенная корица. Я просто опудривала листья огурцов сверху и снизу. Можно сделать смесь корицы один к одному, добавить жгучий, острый красный перец. Перец и корицу я высыпала в вот такую бутылочку, которую мы используем для покраски волос. Также можно использовать бутылочку от детской присыпки. Эта бутылочка уже идет с дырочками, и ею будет удобно опудривать огурцы. Листья я не намачиваю, не опрыскиваю, а сухой корицей опудриваю сухие листья сверху и с нижней стороны листа. И обязательно опудривайте также молодые листочки, чтобы клещ на них и не появился. Можно надрезать краешек упаковки и обойтись без бутылочки. Также очень удобно опудривать. Листья на огурцах шершавые, так что корица прекрасно держится. Где присыпался толстый слой корицы, не страшно. Толстый слой осыпется, и лист останется покрыт тонким слоем. Одной пачечки корицы хватает на 10-15 кустов. Это зависит от размеров листьев. Корицей я опудрила баклажаны, клубнику и даже домашние цветы. Также можно немного припудрить землю вокруг кустиков. Все сильно пораженные листья клещом необходимо обрезать и сжечь. А также я обрываю старые огрубевшие нижние листья. Пользы они уже никакой не дают, а только забирают все питание на себя. Обрезав старые и пораженные листья, огурец быстрее выпустит из пазухов старых листьев новые стебельки с новыми соцветиями, листьями и будет продолжать плодоносить. Так как опудренные огурцы уже сверху дожеванием опрыскивать нельзя, и чтобы хоть чуть-чуть повысить влажность на грядках с огурцами, я ставлю между рядами огурцов емкости с водой. При такой жаре вода испаряется и повышается немного влажность воздуха. Это также защита от клещей, так как клещи любят очень сухой воздух. Корица действует очень быстро и эффективно. Все молоденькие листики пошли расти уже, не пораженные клещом. На этом все. Кому информация моя была интересна, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем хороших урожаев!